Привет! Привет, моя перископ, семья! Давно не виделись. 100 лет уже как будто прошло, на самом деле последний раз неделю назад заходила. Но ни одну просьбу прочла у себя в комментариях о том, чтобы я скорее зашла. Привет, всем привет! Скучашки, да? Чаще заходи. Я не знаю, раньше на самом деле была потребность постоянно заходить в перископ, сейчас как-то постоянно где-то с кем-то домой возвращаюсь очень убитой и прям реально не до ночных разговоров. Так, сколько ты весишь? Не знаю, но я парочку килограмм набрала и, в принципе, особо не жалею. Чувствую себя сегодня плохо, с весом все нормально. Вес вернулся в нормальное, привычное состояние. Какие у тебя ноги, покажи. Ну, мои ноги часто фигурируют у меня в Инстаграме, вы можете там все посмотреть и на видео, и на фото. Ты потрясающе, спасибо. Какой помадой пользуешься? Я предпочитаю использовать карандаши для губ. Они создают матовый такой ровный оттенок, очень стойкий. Сейчас у меня карандаш для губ Dolce & Gabbana. Кстати, очень крутой цвет. Уверена, что многих девочек он заинтересует. Вот. Вот этот карандаш. Купила буквально на днях. Сейчас, секундочку. Тон. Где же у нас тон тут написан? Первый. Первый тон. Бегом в магазин покупать карандаш. Очень крутой. Всем советую. Всегда такой беру. Умничка. Ты очень красивая, спасибо. Сегодня на себя не похожа. Что за программа, в которой ты участвовала? Программа называется... Она идет на канале «Россия-1». Называется «Прямой эфир с Борисом Корчевниковым». С короткими волосами лучше, спасибо. Это прям подстегивает. Еще короче их сделать. Да, с Борисом Корчевниковым обсуждали тему липосакции, тему... проблемы в семейных отношениях семьи Иосифа Пригожина, там была ее дочка, вот, была, кто сегодня был, господи, Евелина Блёданс, Дана Борисова, Маша Погребняк, вот, обсуждали все это в целом, в итоге пришли к консенсусу в конце программы, и это очень радует. Настя, скажи, на кого учишься? Сейчас прохожу курс на телеведущего в школе радио и телевидения и на государственной службе муниципального управления в факультете учусь. Ты милая, спасибо. Привет, Настя, в каких странах Европы была? Европа мне не так запомнилась, как Америка, на самом деле. Я была во Франции, я была... Сейчас. Вот так вот лучше. Я была во Франции, была в Италии, в Испании и... Швейцарии. Больше нигде не была. Зубы свои, да, зубы свои, как ни странно. Раньше они выглядели хуже, но я не прибегала ни к исправлению прикуса, ни к ношению брекета, ни к носке брекетов. Они как-то сами по себе стали более эстетично выглядеть. Раньше я была вообще похожа на лошадку. Где понравилось больше всего? В Америке мне понравилось. Ну и, в принципе, неплохо во Франции, Сен-Тропе. Настёна, подпишись, пожалуйста, на меня в Инсте. В Инстаграме я подписана только на знакомых, поэтому вряд ли. У меня, на самом деле, довольно мало подписок. Отбеливание делала? Нет, отбеливания не делала, но скоро будет уже пора, на самом деле, потому что я часто пью кофе, а кофе изменяет оттенок зубов. Очень классно разговариваешь. Посещала курсы ораторского искусства? Нет, но планирую, потому что речь нужно подтянуть, на самом деле. Часто употребляю слова «паразиты», вот. Иногда бывает сложно выразить свои мысли, но все лучше и лучше с возрастом это получается. В перископе подпишешься? Зачем? Что вам даст вообще подписка от меня? Я вас умоляю. Давайте так общаться. Зачем подписочка? Зачем? Спокуха. Так, ты куришь сигареты? Нет. Сколько тебе лет? Мне 20 исполнилось. Все. Старость не радость вообще. Чтоб скрин сделали. О, нифига себе, достижение будет. Вот, 20-ка недавно стукнула. Так что 30-ку уже разменяла, ребят. Теперь придется отвечать за свои слова, поступки, быть серьезной дамой, переставать вот этой вот херней заниматься, дурачество и так далее, о серьезных высоких вещах задумываться. Ты молода еще, конечно. Хочешь ли ты детей? Конечно, но не сейчас. Ты очень хорошая, спасибо. Как правильно произносить твою фамилию? Решетова. Сколько стоит карандаш, который ты показывала, а то я бедный студент. Я думаю, что... 1002, наверное.
Можно альтернативное, типа, дешевле, не переживай. Дурачество — это круто. В принципе, да, дурачество, оно должно присутствовать в любом возрасте. Человек, несмотря на свой возраст, взрослый, невзрослый, всегда должен оставаться вот тут вот, в душе, ребеночком. Потому что серьезными мы успеем побывать на всяких там совещаниях, встречах и так далее. Так, хватит уже по вопросу про Тимати. В точку. Вы же знаете, я не отвечаю на них. Так, 20 серьезных вещей зачем, да? Как следишь за фигурой? На самом деле ограничиваю себя в сладком, часто в углеводах. На спорт не хожу, но с завтрашнего дня планирую выйти. Блин, все завтраками всех кормлю, вот я уже ленивая корова. Я стараюсь питаться правильно, употреблять пищу, продукты только натурального происхождения. И, в принципе, позволяю себе лишка только за границей где-нибудь, когда отдыхаю. Там мне вообще пофиг, что есть. Как ты отказываешься от сладкого, нереальная сила воли? На самом деле, нет, это абсолютно не говорит о нереальной силе воли, потому что все познается в сравнении, ребят. Реально, ну, как бы это не составляет большого труда, по сути. Люди такие вещи творят, что-то там изобретают, каких-то там, я не знаю, высот добиваются в спортивной сфере, а мы не можем один раз, лишний раз отказать себе в десерте? Чё за бред? Это вообще ничего не стоит. Просто бери и не ешь. Сколько стоит твой браслет Cartier? Покажи поближе. Не знаю, сколько он стоит. Вот он такой вот. Это подарок. Я не интересуюсь стоимостью подарков, которые мне делают. Мне не принципиально. Тебе шло черный очень. Я давно черной не была. Такой где-то 700 тысяч. Нифига себе, вы, блин, финансисты, ё-моё, да какая разница, какая разница. А когда рядом с тобой все время жрут, это ад. Ну, я понимаю прекрасно, я общаюсь с компанией людей, которые очень любят похавать. Постоянно зависают в вкусных местах. И я вместе с ними тоже хаваю частенько. Потом приходится себя пару-тройку дней ограничивать в еде. Не хочешь перекраситься? Нет, мне очень устраивает свой оттенок, свой цвет волос. Он очень близок к натуральному. В Митро учишься? Нет. Ты очень крутая. Спасибо. Тебя предавали друзья. Да, и не раз. Поэтому у меня нет друзей на данный момент. Есть близкие люди, их единицы. Лучшая подруга, в принципе, одна. И я не считаю, что нужно иметь большее количество близких людей. Потому что, да, всех предают, и на этом надо учиться, и общайтесь, и доверяйте, и делайте что-то для людей, которые реально проверены и делом, и временем, и словом, и ситуациями, и так далее. У меня есть такой человек. И это очень круто. У тебя знак Мерседес. Что? What do you mean? Ты вообще классный, спасибо. Лучше этот пятачок? Да, это пятачок. Это пятачок. Никто не понимает, да, о чем, о каком пятачке идет речь. Это Даша, подруга моя. Цвет волос отличный. Я тоже так считаю, на самом деле. Тут плохо видно, но он такой каштановый, коричневый, и я уже давно не крашусь. Темные тона, ближе к натуральному пришло. Но это, в принципе, мой цвет, можно так считать. Просто немножко модернизированный. Друг познается в счастье. Да. Да, именно. Когда человек реально искренне радуется за то, что у тебя все хорошо, а не жалеет тебя, когда у тебя беда, это может делать каждый. А вот реально прочувствовать радость от человека, который рядом с тобой, за то, что у тебя все круто, даже если у него все плохо, то это о многом говорит. Я не знаю, как, кстати, я сидела сейчас в эфире программы. У меня так сильно кружилась голова целый день. Может, это смена погоды связана, но я себя очень хреново чувствую, ребят. Просто пипец. Скажи, пожалуйста, каким карандашом для бровей пользуешься? Том Форд, оттенок, смешиваю оттенки третий и четвертый. Мне выщипали половину бровей в Америке, блин. И мне приходится дорисовывать брови, поэтому я еще месяц-полтора точно буду отращивать свои брови прежние,
которые были до поездки. Ты очень красивая, спасибо тебе. Какая погода в Москве? Сегодня было солнышко, вот это реально очень крутой допинг был, настоящий для меня, для моего хорошего настроения и продуктивного времяпровождения, потому что солнышко давно здесь не видали. Постоянно игноришь вопрос, просто не успеваю читать ничего личного. А меня бесит наша погода, лужи везде. Ты из Москвы? А чё ты молчишь про Тимати? Ха-ха-ха-ха-ха. А чё ты ржёшь вообще непонятно над чем? Ха-ха-ха-ха-ха. А, да, вожу машину уже давно, даже когда у меня еще не было водительских прав. Вот этот синячок под глазами, признак недосыпов. Я ночами не сплю, у меня до сих пор джетлэг, я не могу выспаться. Аха, смешные вопросы. Да-да-да, Ханну Монтану напомнила сейчас. Почему, чем же напомнила? Настюха, ты такая смешная и добрая. От души. Спасибо. Любишь Тайга, Уэст, Дрейк? Какие любимые песни? Конечно, Дрейк вообще любовь моя. Канье Уэст. Канье из моя хоуми. Есть много крутых треков, даже сейчас все не перечислишь. У меня в основном, в принципе, и такие исполнители и фигурируют в плейлисте. Йонига, мазафака, кэш, свэк, чикс. Вот это вот тема, короче, моя. Я с 12 лет слушаю черный рэпчик. Underground еще был когда-то. Русского почти ничего не слушаю. Есть ВК, да, есть. Так, что? Вот трансляция Канье Уэста будет в киношке. Пойдешь? Что? Не поняла? Так, Фаечка, ты о чем? Когда, если сегодня, то я точно уже сегодня никуда не пойду. Я убита нахрен. Я с 8 утра на ногах. Так, трансляция концерта. Когда? Где? Блин, а почему на живой концерт нельзя попасть? Надо ехать в Америку реально на Канье Уэста идти. А не трансляции из России смотреть. А, видела тебя в Сан-Гейте в сентябре, ты хорошка, спасибо. Я была хомячка в Сан-Гейте в сентябре. Ну, в киношке тоже мощно. Ты сегодня имеешь в виду? Тоже поклонница Кани. Ты моя хорошая. А, брать тебе билет... Какого числа я пропускаю твои вопросы? Мать, может, ты мне напишешь в WhatsApp? Лучше. Слушай, 11-го, да. Да, я пойду, стопудово. Валим. Так, fucking shit, ответь на вопрос, вместе или нет. Fucking shit, перестань мне задавать эти гребаные вопросы, е-мое. Спасибо, Фаечка, спасибо. Отпишись мне потом в WhatsApp, там, чё и как. Тут не очень удобно, просто не могу сосредоточиться на беседе с тобой. Ты армянка? Нет, я не армянка, у меня просто глаза сегодня так накрашены. Я русская и немка. А, что со звуком? Меня плохо слышно? Как армянка, вы что, ребят, реально, вы чё? Такие смешные иногда у меня прям подписчики. Кстати, в Перископе намного добрее подписчики, нежели в Инстаграме. Спасибо вам большое за то, что сдерживаете свои эмоции порой. Ростовские чики передают привет. Привет, Ростов. Приезжаю в Туапсе, зачем Майами, ты чё? Туапсе была 100 лет назад. 100 лет назад. Майами, там движуха. Уж простите, извиняйте. Но Россию никогда не оставлю, на ПМЖ никогда никуда не перееду. Ты одна живешь частично. По-армянски накрашено. Да. В инсте завидуют хули. В инстаграм... Я не знаю вообще, почему такой срач постоянно. Ребят, вы вообще, вот кто читает мои комментарии, вы отпишитесь вообще, что вы об этом думаете. Кстати, в последнее время стали меньше писать, и часто меня кто-то защищает. Я все читаю, я все вижу, спасибо большое. Мне реально иногда непонятно вообще, откуда у людей берутся эти мысли. В голове там, ну, там иногда прям очень смешные фигурируют словечки. Веселите даже меня иногда, хейтеры. С сестрой вообще не похожи, разные. Да, и ментально, и внешне не похожи, согласна. А ты знаешь мою сестру? Откуда родом? Я родилась в Москве. Тут недалеко, на Лубянке. Ужасные комменты, согласна. Как стала такой известной? Ну, с чего ты взяла, что я известная? А не знаешь, кто из БС участвует в шоу «Голос»? Нет. Вообще не в курсе про это.
где в Майами вкусно поесть. Милос, греческий ресторан. Потом Карпаччо, The Grill. А потом Зума очень вкусный. Нет, в Инстаграм я посмотрела, в Перископе у тебя она была. Да, мы совсем разные, но все-таки мы вместе. Это моя родная душа и человечек тоже, который никогда не предаст. Такая хорошая. Ты очень классная в общении, спасибо большое, приятно. О декрете задумываешься? В смысле о декрете? Я не беременная. Какой декрет? Губы делала, чуть-чуть остался гель, я его удаляла несколько месяцев назад. Вы 11-го в Нью-Йорк? Нет. Я в марте буду в Штатах. Может, о беременности? Что? Какая беременность? Как ты так, это стало такой известной? У тебя это самоцель? Я неизвестная. Я Настя, просто Настя, и вообще ничего в этой жизни реально не добилась. Ну, задумайся об этом. У тебя есть тату? Нет, не будет. Не считаю нужным, что есть необходимость... Не считаю нужным вообще что-то приукрашивать на теле. Нет, не вижу необходимости. В Дубае когда? Зачем Дубай? Где ты работаешь? Постоянного места работы нет, но деньги зарабатываю. Это именно индустрия красоты пока что. В дальнейшем будет индустрия телевидения. Так, какими духами пользуешься? У меня вот тут... лежит как раз мой аромат. Сейчас я вам покажу. Вот. Это Один 12. Очень крутой. Мне подходит. Но не каждый его поймет. А вот эта черепушечка моя любимая. Вот так вот. Маленькая экскурсия по столу. А как ты относишься к мамопластике и вообще какой-либо пластике? Негативно? Нет, вообще. Спокойно. Пластическая хирургия, но сейчас на очень высоком уровне развита. А почему бы нет, если есть необходимость? И вообще, на самом деле, у каждого реально свое видение желаемого отражения в зеркале. Если ты себя, если ты чувствуешь, что ты будешь себя комфортнее ощущать с большими сиськами, иди и делай операцию. Главное, чтобы не было потом каких-то последствий, противопоказаний и так далее. Никого не надо слушать. Если ты хочешь, иди и делай. Все. Какие-то там отговоры, там мама, папа, брат, дедушка, подруга. Слушай вот свой внутренний мир, себя. Если комфортно, иди. Вот. Рада, что кто-то со мной солидарен в этом вопросе. Как ты думаешь, любовь на расстоянии может привести к чему-то серьезному? Очень ревную своего парня. Значит, тут дело не в расстоянии, а именно в непосредственно отношениях между вами. И я считаю, что расстояние, любовь на расстоянии, она может только закалять ваши чувства. Вы же в любом случае когда-нибудь съедетесь и будете постоянно проводить время вместе. И это расстояние даст вам время подумать, проверит ваши отношения, ваши чувства друг к другу. И вообще не надо никого ревновать. Если человек захочет изменить, он возьмет, пойдет и изменит любыми способами тебе. Вот. И главное, если ты, ну, как бы у тебя есть какие-то подозрения, скажи ему об этом, скажи, как бы так, мол, так, пусть он тебе в лицо скажет. Говорю, если ты там не собираешься изменять, либо к этому склонен, скажи мне лучше сразу, чтобы я просто время не теряла. Вот и все. Не надо никогда показывать парню, что ты его ревнуешь. Что-то там, какие-то там проверки, слежки, там я переживаю. Никогда не надо. Это может быть чревато потом. Ты умничка, вещи такие хорошие, говорит, спасибо тебе. Настя, каким шампунем моешь голову? Клоран какой-то там для жирной головы, у меня волосы очень быстро грязнятся. Егор, родственник Тимати? Нет. Анодра, знаешь? Нет, лично не знакома, но слышала, красивая очень девочка, мне нравится. Одна из немногих девочек, популярных в Инстаграме, которые мне реально нравятся. Связь. Говно. У вас остальных нормальная связь, ребят? Как горячая вода влияет на похудение?
не прям горячая, но точно теплая, горячеватая даже. Она ускоряет обмен веществ, лучше усваивается, хорошо прогоняет лишнюю жидкость. Холодную воду вообще нельзя пить, ничего полезного от этого не будет. Связь хорошая, отлично, спасибо, тебе успокоила. Обращайтесь, обращайтесь. Алина Акилова, узнаешь, знаю. Мы с ней на связи, хорошая девочка, красивая. Так, вот вы с ней мои кумиры, обе внешние и внутренние красивые. Ой, спасибо большое. Если Алинка меня увидит потом, пусть отпишется. Связь супер, в Киеве точно, отлично. Сколько литров воды в день выпиваешь? Сейчас меньше, чем обычно. Обычно 2, не меньше. Главное на ночь. А, нет, я про Андрес. Понятно, понятно. Ну, ладно. Алина тоже неплохая. Просто не успеваю, не контролирую, от кого исходит вопрос. Как дела с общением с Шишковой? Нормально. Что за вопрос? Вас так волнует, вы так переживаете за нас. Так, Акиловочка, да. Шипилова хорошая или сучка крашеная? Вы что, издеваетесь? Конечно, Шипилович, вообще свой чувак. Такое вообще на понятиях. Очень круто. Подружка моя хорошая. Извините, что вопросы некоторых пропускаю, потому что не могу на всех сосредотачиваться, потому что мне нужно на ответах также сосредотачиваться для вас. Тимати дал 50 штук или нет? Нет, это фейк был, никто никому ничего не давал. Ты работаешь? Да, работаю. Смогла бы простить измену? Стоит ли прощать измену? Смотря в каких обстоятельствах была эта измена, и это все очень индивидуально. Но я бы на данный момент не простила бы. Ты ревнивая? Ну, не то, что ревнивая. Для меня очень важно, чтобы человек просто уважительно ко мне относился. Вот. И, соответственно, если он уважительно ко мне относится, то каких-то там действий, которые вызывали бы ревность во мне, он бы не предпринимал. Вот и все. Но сделала, но сделала. Настя, умница, спасибо. Но сделала, но сделала. Да, делала. Так, зачем вы задаете вопрос про Алену? Они как любые две девушки, просто знакомы и все. Ну, очень-очень у нас любопытный народ, ребят, реально, успокойтесь. Настя все делала. Да, Настя все сделала. Мой кумир. Спасибо. Чем красишь брови? Ответь, пожалуйста. Это карандаш Том Форд, смешанные оттенки 3 и 4. Когда маленькая была, смотрела «Фабрику звезд» Тимати Алекса? Нет. Вообще не смотрела телек. Так, в чем смысл жизни? У каждого он свой. У меня, наверное, на разных этапах смысл жизни разный, на разных этапах жизни. Через несколько лет для меня смыслом жизни станет моя семья, здоровая, счастливая, многодетная. Сейчас смысл жизни, наверное, в самореализации, в том, чтобы сделать все, что я запланировала, не подвести никого, чтобы родители мной гордились. Тяжело встаешь утром. А сейчас уже лучше, но вот буквально несколько дней назад, после того, как вернулась с Америки, очень сложно. Ложилась поздно, ночами лежала, ворочалась, не могла заснуть. Все советовали снотворное. Я снотворное боюсь пить, потому что на утро будет сонное состояние. Так, можно с операциями, если о них не знают. Вы про что? Наверное, про конкурс красоты. Да, на конкурс красоты часто, ну, не часто, но бывает, попадают девочки с операциями. Вот. Но у меня было все натуральное, когда я участвовала в Мисс России, так что ко мне вообще ноль вопросов. Только волосы были нарощены такие длинные, под конец к финалу нарастила. Очень. Покажите маникюр. Вот. Цвет, как обычно, под френч такой. Бледно-розовый.
и делаю черный иногда под настроение. Больше никакие цвета не использую в маникюр. Как можно быть такой идеальной? Какой такой, как кто? Ну никак я же, я тебя умоляю, но все равно спасибо. Волосы, короче, стали намного. Сегодня отрезала еще пару пальцев длины. Вот так вот. Даже больше. А до этого недели две назад тоже резанула. И вообще не жалею себя. Офигенно комфортно чувствую с такой прической. Худая очень нравишься. Но я сейчас уже не очень худая, но такая прям вот как надо. Сейчас только спортом осталось начать заниматься. Нравится, нравишься себе без мейкапа, но не утром. Утром очень сильно отекшая всегда. Вечером, да. Сейчас мою косметику, буду хорошенькая. А завтра утром проснусь вот так вот. Как твой вес? Все отлично. А все отлично, вес больше не уходит. Даже теперь жалко. Тогда, конечно, я уже в Кощея превращалась после прилета сразу. 4 килограмма сбросила за 4 дня. Не знаешь, Егор сидит в васке? Нет, не сидит. Какой краской красишь волосы? А, не знаю, это к моему колористу вопрос. Потом еще его отмечу в Инстаграме. Так, почему отекаешь? Не знаю, у меня склонность к отекам появилась за последний год. Вот, это такая реально проблема, поэтому я часто, бывает, на себя не похожа по утрам, и если там на ночь наемся что-то соленое, у меня на следующий день появляются щеки. А вообще у меня, в принципе, строение лица очень такое контурированное, у меня скулы свои очень ярко выраженные. Сейчас вот опять я отекла, и вот в эфире сейчас сидела как хомяк. Вот, поэтому мне очень сложно всегда выглядеть хорошо, потому что я люблю поесть, и для того, чтобы мне не отекать, мне нужно, наверное, часов за 5 до сна не есть, не пить. Так что, ребят, ну, пец. Любимый бренд в одежде. Их несколько. Так, что мне нравится? Изи от Кани, конечно. Мне нравится Fear of God. Мне нравится Бальман, Сен Лоран, потом H&M, Топшоп иногда. Ну, в Америке у них реально круче выбор именно в этих брендах. Потом Rick Owens нравится, Александр Вонг нравится. Любимое блюдо. Мне очень нравится авокадо. Авокадо, разрезанный пополам, сверху посыпанный кунжутом, с семенами конопли, сверху оливковое масло и изюм. Мне нравится лазанья с морепродуктами еще, но это так. На срывчиках можно кушать. Не страшно жить одной? Не, я давно одна ночую. Ну, я не всегда, конечно, одна ночую, но уже привыкла. Мне даже так по кайфу, я такая свободолюбивая птичка. Я нахожу в одиночестве часто очень много полезных, приятных, позитивных моментов. И никогда не расстраиваюсь по этому поводу. Таню Порфильеву знаешь? Да, знаю, мы тоже на связи. А с кем ночуешь? Ой, ну это вообще, это такой большой сиенский секрет, я не могу вам раскрыть. Извините, пожалуйста. Квартира своя. А так, какие у вас с мамой отношения? С Симоном отношения надо так. Хватит уже одних и тех же вопросов. Настя Киушкина из дома 2 не знаю, знать не хочу. Господи, очень много вопросов про Тима. Давайте не будем обсуждать мою личную жизнь. Я думаю, кому-то из вас все-таки будут какие-то другие моменты интересные в моей жизни, нежели как с кем я встречаюсь. Ладно. Где люди приятнее, в Америке или в России? В России душа. Русскую душу нигде не встретишь, нигде нет аналогов нашему вот этому настоящему русскому характеру, сущности. Да, там крутая атмосфера, да, там весело, там кажется, что все у всех круто, все общительные, но это так поверхностно все. У них не принято говорить о своих проблемах, о том, что у тебя что-то плохо. Если ты кому-то что-то начинаешь заливать, какой-то бедный несчастный, тебе начинает косо смотреть. У нас нет такого. У нас больше искренности, больше открытости. И за это я люблю Россию, и Россия в этом плане уникальна.
Так, сейчас перезвоню.